Друзья, не получается, у меня уже 12 или 15 раз пробую завести эфир, не получается. Вот только пришел домой, вот мне налили борщичок, вот тут мальковский паспорт лежит, халавичка, все дела. Вот пришла посылочка мне запечатанная, сейчас попробуем, если, значит, пройдет у нас видос, то, значит, какие-то там ограничения на прямые эфиры. Потому что я смотрю, кто в прямых эфирах. Мне, блин, Фат, я вообще тебя не понимаю. Я тебе не верю, ни грамма ты мне пишешь. Это что за такое? Ну, блин, ваше право, друзья, верить, не верить. Вот, самолеты там у вас взлетают. Что там, дальняя авиация, куда, чего, жути нагоняете. Короче, вскроем мы посылочку, ладно. Не буду я нервничать. Нет, так нет, значит, выходной. Сегодня буду в течение вечера пробовать заводить эфир. Ну, дело в том, что я с 4 каналов пробую выйти, ни с одного не получается. Кто-то там пишет, обманывает, вот, потом, значит, тебя забанили. Ну, что, у меня 4 канала забанили? Бред полный. Блин, да что ж такое? Запакуют, блин, как это... Вот, пришла посылочка, значит, у нас. Сейчас мы покажем, что нам прислали из Санкт-Петербурга. Как бы я говорил об этой посылочке, что она должна будет прийти. Так. Посылочка, посылочка. Вот запаковали, а? Закоповали, затаковали. Ё-моё. Вот такой нам пришел греф, ребят. 5 блоков сигарет. Троечка. Вот. По ценам. Вообще прайс посмотреть. Цены. Пишите все в личку. Не забывайте, что курение убивает. Попробую сам покурить. Чё за сигаретки? Такой короткий видосик, короче, не получается у меня завести эфир. Вот, пробовал с 4 каналов, нигде не получается. С чем это связано, я не знаю. И телефон перезагружал с другого телефона, телефон у меня 2. Думаю, может, вирус в телефоне, с обоих телефонов, ничего не получается. С чем связано, пока не знаю. Вот. Но я смотрю в эфире, там в основном идут прямые, канал 24, все эти, путиноидская херня вещает, вот. Ну и несколько чатов я там вижу, я не знаю, почему они работают, а у нас нет. Может быть, вот именно в Москве, вот здесь в районе Савеловского вокзала, может быть, и не работают. Не знаю, почему, друзья, извините, если получится завести эфир, значит,